Мошенники поражают своей изобретательностью. На этот раз, чтобы обмануть пожилых людей и нажиться на их сбережениях, они придумали новый способ. Потенциальным жертвам приходят сообщения о якобы дополнительных страховых выплатах. Чтобы узнать, на какую сумму, злоумышленники требуют ввести на определенном сайте страховой номер индивидуального лицевого счета. Чем это может обернуться? Давайте посмотрим. Для того, чтобы заманить в ловушку, мошенники обещают довольно большие суммы – от 50 до 150 тысяч рублей. После ввода персональных данных жертве предлагают подключиться к некой базе частных страховщиков. Подключение этой опции ведет к непроизвольному списанию денежных средств. Особо доверчивые люди потеряли таким образом от 5 до 10 тысяч рублей. Главное управление Пенсионного фонда России по Москве и Московской области напоминает, сотрудники организации не запрашивают по телефону персональные данные и не оказывают государственные услуги. Услуги на дому. Информацию о средствах, которые хранятся на индивидуальных лицевых счетах, можно получить только лично в клиентских службах Пенсионного фонда, либо через единый портал госуслуг. Луиза Игазарян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.